чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге состоялись очередные поединки. Лида на домашнем льду проиграла Юности 0-4, а солигорский Шахтер на выезде одолел Неман 4-3. Завтра гродненская команда ждет к себе в гости Гомель. Жлобинский Металлург также отправится на выезд. Противостоять Столиварам будет Лида. Оба поединка стартуют в 19:00. В турнирной таблице Гомель располагается на третьей позиции, Металлург на восьмой.